У короткого ума длинный язык. Привет, я Даша, и я продолжаю рассказывать свои родословные. Тема сегодняшнего видео – это мой двоюродный дедушка. Да, дедушка, я занудила про дедушка. Его звали Царство Небесное Поляков Константин Игнатьевич, и приходился он родным братом моей прямой бабушки Вере Игнатьевне. О ней я уже рассказывала. Родился он в село Шелополино, ныне это Шелополинский район Красноярского края, вот у меня выписка из архивов. Родившийся за 1915 год, среди которых числится и Константин. Родился он 4 июня, крещен был 7-го. Все даты названы по старому календарю, делаем на это скидку. Значит, села Шелополинского, крестьянин Игнатий Стефанов Поляков, записан в родителях, и законная его жена Агафья Анисимовна, о которой я тоже уже говорила. Звание, имя и фамилия восприемников. Села Шелополинского, крестьянин Зиновий Анисимов Пермин, родственник наш. И того же села крестьянская жена Александра Иаковлевна Полякова. Тоже, видимо, родственница, но родство еще не доказано. Умер он. Есть свидетельство у меня о смерти, я запрашивала в ЗАГСе. Умер он 4 марта 1955 года в городе Норильске, за год до закрытия ГУЛАГа, насколько мне известно. Если не ошибаюсь, конечно. Умер он от удушения. Он повесился. Жил он. И оставил он наследников, не было у него и законной жены. Он жил в гражданском браке, но его спутница жизни была такая достаточно вольных каких-то таких принципов, особо не обремененная какими-то моральными устоями, скажем так. Собственно, это все, что мы о нем знаем. Почему же я о нем сегодня говорю? Дело в том, что он работал в Норильском ГУЛАГе. Это известно со слов родственников, согласно их воспоминаниям. Подтверждение я еще не запрашивала этому. Родственники, которые предоставили мне эти данные, они придерживается такой достаточно романтичной версии причины его самоубийства. Они считают, что сверху пришел какой-то немыслимый приказ, который он был не в силах исполнить, и предпочел наложить на себя руки. Мама моя придерживается более прозаической точки зрения. Она считает, что он совершил суицид от семейных неудач, того, что у него вот была такая гулящая жена. Вот почему я заинтересовалась книгой Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», чтобы у меня была такая общая, более конкретная картина того, что там происходило, хотя, конечно, я наслышана. Это все, что я хотела на сегодня рассказать. Я знаю очень мало, но вот все же чем. Чем богаты, тем и рады. Я желаю вам, чтобы ваша совесть всегда была чиста, чтобы ваши предки всегда вами гордились по поводу. И пока-пока.